Привет, зритель. Как ты видишь, наверное, это будет еда на камеру. Я подумала, что вы мне зря донатите, что ли, чай я на дегустацию заказала. Ленку Кинфейк забанила. Лёля мне тут, вообще не знаю, может, она не воспринимает себя как Лёля, ну, короче, подписчица Оля кинула меня донатом. Я подумала, что бы не заказать розы с доставкой на дом из, как она, фирма, что ли, у нас. Ну, короче, какая-то у нас есть кафешка, не кафешка с доставкой на дом. Самсет вроде. Мне тут положили аж 4 какой-то штуки. Это красненькая, зелененькая, 2 соуса. 559 рублей сет, там 2 штуки. Я сначала хотела одни взять, потом другие, потом смотрела, как выглядят, потом еще что-то изначально увидела этот сет, потом думала, может, что-то другое. И потом я поняла, что есть большие сеты, я не осилю одна. Маленький какой-то, там минимальная сумма за бесплатные доставки 500 рублей. И он совсем уж какой-то маленький. Я взяла такой обычный средненький. Мне тут палочки положили, хотя я собираюсь есть палочками, которые мне Никитос подарил специально для левшей. Мне тут салфеточек положили, аж 3 штуки. Я не помню, то ли там... А, он запеченный. Тут он даже какая-то это наклейка, видимо, куда везти к оплате. Мой дом, адрес, это самое там... Сумма, телефон. Ну, короче, я смотрела, что где, и у них я ни разу ничего не заказывала. Там, где я раньше заказывала, помню, мы с подружкой давно еще в кафе сидели, вот как раз только более-менее ковид закончился, можно было уже в кафе сидеть и есть, без масочек. Там как-то, ну, не то уже, не все. И говорят, что там давно уже повар сменился. Короче, вот решила другую попробовать. Плюс еще есть такой товарищ Горбушкин, который как-то просил пожрать на камеру роллов, которые, ну, помимо шаурмы, которые, в общем, ну, как бы местного разлива. Маленькие, не маленькие. Как бы у меня есть соус свой, ну, в смысле, там, который я покупала, там какой-то китайский, но не амой. Он более густой. Закрутили на совесть, хрен развяжешь. Но я на сырное, я попытаюсь это сделать. Вы просили там кое... Ну да, я помню про видео вопросов, я его как-нибудь допишу, когда разберусь с обзоркой на Арик и доделаю тайп-тап. Ну, это будет, наверное, уже после моего дня рождения. Там еще был запрос по поводу моей вечной улыбашки. Это тоже будет отдельно, потому что это совершенно спонтанный мукбанг. И я сейчас в кабинете задумчивости пришла к выводу, что я вообще тупо хочу есть. И, может, просто между делом что-то поговорю. Где же у меня палочки-то? Может, они у меня вот тут и куда-то. Блин, что-то колючее. Палки от Никиты, вы где? А, вот они, замаскировались. Я написала один отзыв на перекрыть обзор и начала писать один обзор на Арике. И поняла, что я жуть как хочу есть. И поняла, что лучше сначала поем, пока оно тепленькое. Я даже как подумала, мне вчера одна моя знакомая, я даже не знаю, как подружка, не подружка, мы вроде с ней особо никогда не дружили, скорее просто знакомая, можно сказать, даже уже, не, можно, раньше она была бы, допустим, из прошлой жизни, сейчас она, скорее всего, просто уже теперешней жизни знакомая. В общем, одна моя знакомая, она вообще подружка одной моей сестер. Вкусненько. Просто я не уверена, что ты это есть будешь. Я как-то буду сырую рыбу перефигачивать и дам тебе голов. А на сегодня вообще у тебя там есть еда. Ну, хочешь, я тебе этот имбирь дам? Я не уверена, что ты его будешь есть. На толтах не прыгай.
Ну, я, короче говоря, она мне вроде как доброе дело. Ты говоришь, а ты как ты живешь на свою пенсию? Сколько она у тебя? Я говорю, 17 800. Для тех, кто будет говорить, что уже прибавили, ну, у меня социальная пенсия, мне ее еще только собираются прибавить, то ли в феврале, то ли в апреле, хрен знает. Ну, и она мне типа говорит, давай я тебя к себе тут устрою. Я думаю, ага. И будут ко мне ходить за заказами все эти братья наши меньшие из моей очень бывшей компании. Думаю, спасибо, не надо. Я говорю, мне, говорю, вполне устраивает то, как я сейчас живу. Встаю, когда хочу. Правда, сегодня не совсем так было. Делаю то, что мне нравится. И она мне типа того, что ну а как же это вот да, коммуналку заплатила. Бытовой химии раз в месяц купила. Я думаю, ну бытовая химия ну, не 7 же тысяч раз в месяц. И потом не раз в месяц. Я говорю, ну говорю, мне иногда говорю, подписчики что-то дарят. Иногда вот случается что-то из обзора на Арик. А потом самое крайнее, можно горчичным, кстати, на купить зерен горчицы, сделать масло. А из жмыха сделать, вот, наверное, горчичный порошок. Я просто думаю, что если зерна горчицы отжать на масло, а потом то, что будет жмыхом, и пустить его в порошок, вот это горчичный порошок или нет? В крайнем случае можно же посуду мыть горчичным порошком. В деревне брать золу и что-то с ней мутить и смешивать с горчичным порошком. Можно купить. У меня, кстати, куплено уже года полтора, как все руки не дойдут ее заюзать. Мыльную основу какую-нибудь и на ней намутить, и на морду, ну и на умывалку, и на тушку, и на посудку. Это уж если совсем так поэкономим. В безысходности. Хотя мыльная основа, я не знаю, сколько сейчас она стоит, но 400 рублей за килограмм, еще что-то так вот. Ну или самое дешевое там в каком-нибудь Озоне фикс прайсе, Ашане фикс прайсе этих марок покупать. На подтирать, на все остальное, на помыть посуду. Плюс на Озоне, на Вайбере всякие скидки же бывают. Ну, как бы сейчас не такое время, что уж совсем дефицит мыльно-рыльного и бытовой химии. Ну, зато я не вижу тех, кого бы не хотела видеть. Хотя, я многих из них уже не то, что по именам не помню, по морде лица не опознаю. Не так хотелось ей сказать. Сначала ты вкладываешься до хрена в какой-нибудь канал, а потом у тебя случаются благодарные зрители. Я говорю, ну она как же ты, типа там овощи, то есть то. Я говорю, ну вот смотри, говорю, есть же огород. Правда, в прошлом году я не настолько много вколола. Каюсь, но все равно мне что-то перепадало. Сначала, говорю, ты помогаешь на огороде, а потом ты пожинаешь плоды того, что ты помог. Я говорю, что же, ты мясо совсем не ешь? Я так напряглась, думаю, а ведь правда, что-то в последнее время только грибы ем. Как говорит один мой дедушка, лесное мясо. Хорошая нори такая. Прям нори-нори. Вот про эти запеченные штуки я узнала от своей подружки, которая в Рыбинск ускакала на ПМЖ. Раньше я думала, что роллы, это вот просто, ну вот роллы. Есть какие-то запеченные же есть и еще какие-то, да? Я вот их путаю. Какие из них какие? На самом деле у них какой-то небольшой выбор этих роллов. Где там платочек у меня? Были суши, но и то, что, наверное, называется сашими. Но у них оно называется суши. Ну, сосими. Суси. Ну, что было? Я просто подумала, что они ближе. Не в солнечном, я в цветочном. Ждать не очень долго. Хотя сегодня пятница, походу. Наверное, у них загрузка, поэтому полтора часа пришлось ждать почти. Но, тем не менее. Там другой еще какой-то был.
Он где-то ближе к концу, к другому концу города. Еще какой-то есть. Но я там недавно мимо проходила. Я просто представляю, что это за дом раньше был. Даже так лет 20 назад. И какая там, ну, отсутствие санитарных норм. Я просто не рискну там не то, что есть, мимо проходить с едой своей. Да, не судьба мне это есть палочками. Надо, конечно, отламывать, но я отломила. Тут, может, за крышечками-то не очень видно. Ну-ка, я гляну на себя в монитор. Да, я вроде видно. Единственное, что может слегка темновато, ну, мне просто свет, я дополнительный свет не ставила. Я уже потом подумала про это. Так что вы можете меня пнуть, типа, Лёля, темно, а у меня тут падает в этот соевый соус, оно. Там с курицей у них были, еще с чем-то. Ну, я смотрела такие, чтобы именно с рыбой были. Думаю, с курицей-то я и сама делала. Курица зависит. В принципе, и типа я сама сделала. У меня же есть где-то там машинка эта. И дори даже где-то есть. И даже рыба самопально соленая. Ну что-то вдруг подумалось. Думаю. Из готовой еды у меня только творог и щи в форме супа-пюре. Думаю, можно же иногда купить себе что-нибудь такое. К тому же, как бы, вы же ждете там какой-нибудь монбанк. Наверное, вот так вот сделать. И, кстати, соус. Возьмите от сушинки, которая на часовом, как она всячески, там, корейские салаты, как она только не называлась. Там есть на соус сладкий и жидкий. В отличие от какого-то там суши-бургер, пицца, фиг знает. Или суши-пицца. В общем, то, где мы раньше любили пожрать с подружкой с одной, но как-то оно стало не очень. У них есть какой-то лоточек в Пятерке ближе к часовому. Я там пару раз как-то покупала. Суши всегда такие сушеные, будто они недели две лежали в холодильнике, приготовленные в холодильник, или в морозилку сунули, достали, вот жрите. Соус сладкий и слегка жиденький. Не то чтобы слегка такая конкретно жиденький. А тут соленый нормальный соус. Молодцы, чуваки. Не забуду, потом оставлю отзыв. Правда, наверное, это надо сфоткать. Сейчас я это сфоткаю. Да как-то камера, ты издеваешься, что ли? Фонарем, наверное, идет. Фокус пропал. Ну вот так вот ничего. Так вот, мне понравилась вся эта хавка. Правда, я в какой-то момент поняла, что уже хочу есть. Плюс еще это, я не выспалась, и я понимала, что я хочу спать. Я думаю, уж не поспать. Потом думаю, я только усну, вдруг они раньше провезу. Ну, здрасте. Ну, хочешь, на вот резинку тебе. Хочешь резинку? На, попробуй. Вот давайте сюда положу. Вот, кошка. Да вот, ё-моё. На столе, не на руке у меня. Я сегодня пыталась сожрать сначала сапоги моей подруги. Может, не сожрать, а поиграть с ними. Потом сумку ее погрызть. Она любит сумки грызть. Надо разделить ее.
Блин, надо вообще глянуть, как люди палочками жрут эти роллы. А то я тут как дикая, блин. Палочки для учебы есть. А тыкаюсь до сих пор, как будто первый раз. Напоминает практически, как я на лыжах каталась. Каждый год в детстве мы с мамой ездили зимой на лыжах. И я каждый год стояла на лыжах, как будто первый раз. Их вижу вообще. Я тут что-то слов вспоминала, думаю. У меня всегда была проблема на лыжах подняться в горку. А спуститься с горки на лыжах, это вообще страх. Мне почему-то казалось, что если я стоя поеду, спускаюсь с горки, то я обязательно наклонюсь назад. Меня перевесит. Поэтому я всегда ехала сидя с горки. На корточках, на лыжах. Тоже все равно ад, Израиль. Жуть, короче. Так, как бы тебя это скомпоновать-то? Не, понимаю, что, наверное, кого-то из вас прибомбит, и вы скажете, что, ложку не взяла или вилку? Ну, человек же выбирал мне палочки специально. Далевшие. Учебные. Японские, японцами сделанные. Что там у меня? Пожужжало где-то. Соус, конечно, сверху, по-моему, это галимый майонез. Ну, хотя бы не так, когда мы с подружкой, когда только-только за... Ну, более-менее вроде как закончился этот ковид. Или уже был ковид, но... Был ковид, но доставки жратвы уже разрешили. Где вот эта летучая рыбка была заменена на самую дешевую пасту. Ну, майонез там вот это и селедки, икра. И какой-нибудь там сыр был тоже заменен этим майонезом. Вот почему я вспомнила. Еще и по этой причине мне не хотелось в этом самом, в том другом кафе заказывать еду. Не только потому, что оно далеко. И за часа два, наверное. Но и то, что там майонез был головного мозга. Ну, я лето же заказываю там. Последний раз, по-моему, покупала, когда на часовом было специально еще в сушинку заходила. Были корейские салаты. Тут у нас что? Значит, рыбка какая-то. Сыр этот. Сливочный, еще теплый. Нори, рис. Икра зеленая вот эта. И сверху... Сверху какая-то штука. У меня, по-моему, тут уже весь соус выжила. Ой-ой-ой. Но у меня отвалился. Нори, фу, точнее, как я там. Роллина, прости. Хозяин этой квартиры слегка не умеет в палочки. На пользу его еще и левша. В общем, хороший соленый соус. Я боялась, что опять какой-нибудь сладенький, жиденький будет, не пойми чего. Кошка, я дам тебе немножко. Ну, ё-моё. На, вот попробуй на полу. Только оно должно... Нет, это вроде еще не соленое. Короче, тут хороший соленый соус. Ой. Хотела ее проткнуть, но она не протыкается. Мяу-мяу. Типа новая что-то жрет хозяин, кошке не дает, да? В общем, сверху вот эта штучка, это что-то с майонезом. О, холодильник. Показал признак жизни. Кошка, сейчас я тебя чипну как-нибудь. На. Балдеть, жрет.
Кстати, люди, у кого-нибудь есть такие палочки для обучения? Но не обязательно для вшей, можно для прошей. Мне когда выбирал товарищ, уточнял, я думала, что у них нету для левшей. А там были в том магазине исключительно для левшей. Я говорю, ну так-то я левша, говорю, ну ладно, могу и правой. И он такой дотошный, говорю, и в итоге у меня стучилась палочкой для левшей. Сырок мяконький. Вот как ее так взять, чтобы она чего хочем сойдет, да? У меня тут останется немножко всякой мелочи, которую только кошка сможет подцепить своими зубками. Я тебе отдам. А может, не отдам? Я вот тут умудрилась подцепить лисинку. Блин, а я еще думала, что мне этого много будет. Я, видимо, хотела есть. Ой. Там еще были креветки в темпуре. Ну что-то я как-то не знаю. Я, видимо, хотела роллов просто. Так, майонез. Ну, тут не совсем майонез, тут еще что-то. Ладно, на. Где ты там, кошка? Кошка. Может назвать это Лёля мучает Роллу. Блин, я же чайник не поставила. Мне же это чем-то запить надо. Ой. Так, зритель, я поел. Чай надо греть. Не сказать, чтобы я супер хотела бы пить. Но, кошка. На, где ты там? Долизывай. Если хочешь поддержать канал, можешь это сделать, это будет облачко. Если хочешь поддержать канал так, чтобы я при этом тоже вот это вот сделала, то можешь оставить сообщение, делаешь мне донат и пишешь, Лёля, хочу, чтобы ты снова поела роллов или там еще что-то, то я как бы это сделаю. Ну и как бы я надеюсь, ты пожрал, не пожрал, ну или типа того, решил пожрать потом, пожрал, может быть, такого же покушал. В общем, я надеюсь, что я сидел до конца, и это как бы пока тебе, зритель.